Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я покажу, как на устройстве Rogier RG655 сделать сброс пароля экрана блокировки в случае, если вы установили себе пин-код, пароль или же графический ключ, и, к сожалению, вы его забыли и не можете разблокировать свое устройство. Что же вам делать в такой ситуации? В первую очередь, вам нужно выключить ваше устройство. И затем, после полного отключения, зажимаем комбинацию клавиш «Кнопка включения» и «Кнопка громкости вверх» одновременно на несколько секунд. После этого попадаем в такого рода меню. В данном меню, используя кнопку громкости вверх, можем перемещаться, и кнопку громкости вниз можем сделать выбор, и выбираем первую опцию Recovery Mode. Следующим шагом, когда видим на экране такого робота андроида и под ним сообщение команды нет, сейчас он появится, зажимаем кнопку включения и нажимаем кнопку громкости вверх один раз, попадаем в следующее меню. В данном меню используем кнопки громкости для перемещения и кнопку включения, чтобы сделать выбор. И выбираем пятую опцию Wipe Data Factory Reset. И затем подтверждаем ее, выбрав Yes. После того, как видим сообщение Data Wipe Complete, здесь, в строке, смело выбираем первую опцию Reboot System Now. И после этого телефон будет перезапущен в течение пары минут. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока.